Хотел поделиться. Приветствую, ребята. Искал. В общем, какая проблема была? Для начала покажу кучу микрофонов. Тут у меня хороших всяких тут с телефонов повыкручивал. Это тангента от ЕСУ. Значит, суть какая? У меня пропала чувствительность микрофона. То есть шкворчит-харчит. А чувства никакого. Вот такая тангента. Я ж схему взял, начал смотреть, тестировать. Думаю, да что ж такое, в чем проблема? На репитере начал проверять. И оказалось, что панель, вот эта, которая отстегивается, и здесь кабель, да? Он просто чуть-чуть подвылез. И контакта не было. Вот. И только когда я случайно, ну как всегда, случайно снял панель, повесил ее так и экспериментировал на репитере, у меня появился этот косяк, вылез. Вот так вот. А я тут уже начал микрофоны менять, перепробовал уже все, все что только можно. И вот только после вот такой вот... Сейчас, секунду. После того, как я понял, что здесь отваливается провод, отвалился, отошел чуть-чуть, я нашел проблему. Так что, может быть, кто-то столкнется, и проблема, скорее всего, будет с этим связана.